Примавтодор возобновил работы по строительству моста в Михайловском районе. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в прошлом году работы были приостановлены из-за просадки опор, причиной которой стали грунты с малой несущей способностью, расположенные ниже проектного уровня погружения опор объекта. К сегодняшнему дню все удалось ликвидировать. Проведены статистические испытания, дополнительные расчеты и гидрологические изыскания. Мост через реку Осиновка на 5-м километре. Здесь была просадка опор моста, просели опора 2, опора 3, ну и немножко опора 4. На сегодняшний день были выполнены следующие работы. Была произведена забивка свай для усиления опор. Также выровнены пролетные строения за счет подливки подферменников. Ну и сейчас ведется усиление опор моста за счет объединения свай вместе с опорами. Ну и устройство росверка. Подготавливаем к заливке. На понедельник планируется заливка росверка на опоре номер 2. Подготавливается котлован под устройство росверка на опоре номер 4. Продолжаем работы. На объекте ежедневно трудится от 15 до 20 человек в зависимости от выполняемых работ. Строительство мостового сооружения завершится в августе.